Всем привет! Сегодня хочу предоставить вашему вниманию такой вот анбоксинг. Это часы, которые я получил из Австралии. Шли они мне буквально неделю. Очень быстро я получил эту ссылочку. Значит, я увидел эти часы в интернете, ну и загорелся купить. Как вы уже поняли, это Casio G-Shock с Bluetooth. Вот такая вот картонная коробочка. Здесь написан GB6900AB1DR. Ну, внутри книжка. Во. Вот такая вот инструкция. Какая-то такая вот штуковина, непонятно для чего это. Ну и внутри вот такая вот железная коробочка. Вот так вот это выглядит. Сейчас наведу фокус. Вот. Все так красиво запечатано. Мешочек. Ну и сами часы G-Shock. Сделано из какой-то полимера. Вот. Сейчас наведу фокус. Вот такие вот часы. Модель GB6900AB. Stainless steel. 20 атмосфер. То есть 200 метров под водой. Я, конечно, ожидал, что они будут матовые. Но пришли вот такие вот. Значит, весят эти часы 70 грамм. Не думаю, что эта этикетка даст какой-то вес. Но давайте все же ее срежем и проверим без нее. Все-таки этикеточка 5 грамм давала. 65 грамм весит часы. Вот. Ну, что хочу сказать. Часы. Ну, давайте посмотрим, как они будут на руке. Сейчас я сниму свои люминоксы. Которые, кстати, весят 80 грамм. Ну и оденем вот эти часы Casio. На руке сидят они довольно неплохо, но единственное, что, конечно, мне не очень нравится то, что они вот такие вот блестящие. Ну вот, как-то так. Вот такие часы, как бы более серьезный обзор с подключением их к мобильному телефону я сделаю в будущем. Вот, но в принципе, если вы забьете в интернете G-Shock Bluetooth 6900, то вы увидите, есть уже специально сделанный Casio клип очень красивого качества по этим часам. Ну а пока анбоксинг закончил.
Все, спасибо за внимание. Все, пока, пока.